И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит Ольга Медведева. Человек, который родился в этот день, будет очень счастлив и удачлив во всех делах. Считается, что купание в проруби на крещение поможет избежать всех болезней и невзгод на весь будущий год. Говорят, что в крещенскую ночь открываются небеса, поэтому все, о чем попросит человек, обязательно исполнится. Так гласят народные приметы, а я расскажу вам о погоде на завтра. 19 января в Кирове ожидается пасмурная погода без осадков. Днем минус 6 градусов, ночью также минус 6. Ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Я желаю вам светлого вторника.